Удачливый работник и счастливый семьянин в один миг лишаются престижной денежной работы, а главное – любимой жены, потому что кто-то делал всякое. И теперь, когда терять ему больше нечего, мужик решается на преступление. Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Да ладно, а что бы ты сделал? Вернулся бы назад и как Терминатор разгромил бы все вокруг. Бум-бум-бум! Фильм начинается с наполненного трагизмом монолога главного героя Ника Бима, обращенного к его жене, в котором он признается, что женщина больше не вызывает в нем никаких чувств и желаний, так как постарела и подурнела. Но тут он не выдерживает и хохочет вместе с женой. Оказывается, у них такая игра – говорить друг другу всякие неприятные вещи с серьезным видом. Проигрывает тот, кто начинает смеяться. И Ник не выдержал, ведь он не просто любит, он обожает свою жену. Наступает ее очередь, и женщина признается, что давно встречается с другими мужчинами, потому что Ник не подходит ей физиологически. Но тут она тоже не выдерживает, и пара весело хохочет над этими выдумками. У Ника Бима, работающего в рекламной компании, все в жизни идет отлично. Коллеги ценят и уважают его, а жена любит. И именно в этот вечер она ждет Ника, чтобы пойти вместе с ним в филармонию. В разговоре женщина упоминает, что ее сестра приезжает к ним в гости, но тут Ника вызывает шеф, и он благополучно забывает о будущем знакомстве. Начальник Ника Пиби является страстным коллекционером и хвастается своим новым приобретением – статуей бога плодородия эпохи палеолита. И именно сегодня вечером ему нужно заняться делами коллекции, поэтому он просит Ника подменить его на важной встрече. Пока Ник думает, как сообщить жене, что их поход в театр отменяется, секретарь сообщает, что встреча переносится. Радостный мужчина бежит домой, по дороге купив букет цветов, к большой зависти его коллеги Даниэлы. Ник приезжает домой, проходит на кухню, чтобы налить в вазу воды, но тут он слышит характерные звуки спальни наверху и, поднявшись, видит в щель свою жену, делающую всякое верхом на другом мужчине. Морально разбитый, Ник спускается вниз и видит на столе запонки своего начальника. Не помня себя, он выходит на улицу, садится в машину и бесцельно катается по городу, не замечая аварийных ситуаций, которые он же и создает. В черном квартале в его машину заскакивает вооруженный пистолетом парень по имени Терренс, чтобы ограбить его. Однако Нику в жизни больше нечего терять, поэтому он запирает двери и вместе с грабителем несется на огромной скорости по встречке. Перепуганный Терренс готов на все, чтобы выйти, но скорость не позволяет сделать этого. А Ник, дразня грабителя, выбрасывает свой бумажник на дорогу. Лишь в Аризоне Ник останавливается у придорожного кафе, где заказывает себе кофе. Терренс готов простить все, лишь бы Ник отвез его обратно, но тот напоминает, что вообще-то тот хотел его ограбить, угрожая пистолетом. Мужчины довольно громко обсуждают это, не замечая взглядов посетителей. В конце концов официантка просит Ника заплатить за кофе, и тут только он вспоминает, что сам же выбросил бумажник. Выручает Терренс, оплативший кофе наличкой. Тут Ник вспоминает, что у него есть еще одна кредитка в машине, и они наперегонки бросаются к автомобилю и начинают борьбу за обладание заветной картой, которую заканчивает сковорода в руках официантки. Позже они приводят себя в порядок, охлаждая полученные в драке синяки и обсуждая создавшуюся ситуацию. Кредитка оказалась просроченной, и у них нет ни денег, ни бензина, чтобы вернуться в город. Терренс догадывается, что в жизни Ника случилась трагедия, и когда тот признается, что просто ушел, никак не показав свое недовольство, он высмеивает нового приятеля, позволившего женщине унизить себя в своем же доме. Ну, драка начинается заново. В конце концов, пара договаривается и отправляется на заправку. Терренс идет платить за топливо, пока Ник вставляет пистолет заправки в бензобак машины. Вспоминая свою жену, он случайно проливает бензин на свои туфли и видит, как Терренс грабит бензоколонку. Ник возмущенный отказывается уезжать, если Терренс не вернет деньги заправщику. Но тот выскакивает наружу с дробовиком наперевес, и Ник давит на газ. Вскоре хозяин заправки нагоняет их на своем автомобиле, время от времени постреливая в их сторону. А еще впереди появляется полицейский автомобиль. Ник разворачивает машину и едет прямо навстречу заправщику. В самый последний момент у мужика сдают нервы. Он сворачивает и врезается в полицейскую машину, в то время как Ник уезжает прочь. Скрывшись от полицейской погони, Ник останавливает тачку и пытается выпроводить Терренса. Но тот не собирается оставаться посреди пустыни, только потому, что какой-то богатенький парень не желает его вести дальше. А Ник, в свою очередь, высмеивает его воровские навыки и заявляет, что грабить заправки – это тупо, потому что грабить нужно один раз, но так, чтобы хватило на всю жизнь. И тут он вспоминает, что его начальник держит огромные суммы кэша прямо в офисе, в сейфе, причем Нику известен код отключения сигнализации.
прекрасная возможность и разбогатеть, и отомстить боссу за его предательство. Терренс набивается Нику в сообщники, угрожая все рассказать полиции. Ну, делать нечего, пара отправляется в Лос-Анджелес. В это время в полицию поступает ориентировка на поимку двух дорожных бандитов, причем один из них белый, а второй афроамериканец. Зовут их Чарли и Риг, и шериф хочет, чтобы на них была объявлена настоящая охота. А в это время Чарли и Риг грабят очередной придорожный магазинчик, пока Терренс и Ник едут к городу. Почувствовав запах бензина, Терренс высмеивает умение Ника заправляться, а потом находит в его бардачке видеокамеру. Терренс неожиданно выдает неплохие познания в технике. Ник удивлен тому, что парень грабит, при том, что можно неплохо устроиться, и тот советует обратить внимание на немодный цвет его кожи. Я напомню, что фильм конца 90-х, и тогда цвет кожи Терренса считался реально немодным. И тут он сообщает Нику, что на его голове сидит паук. Тот, с трудом поняв, что тот говорит о насекомом, просит снять его, и Терренс снимает на видеокамеру. Как Ник, остановив машину, начинает скакать на обочине, не замечая упаковки спичек, которые загораются и поджигают пропитанные бензином ботинки мужчины. Терренс умирает со смеху, видя нелепые прыжки приятеля, а тот, еле погасив обувь, садится в машину. Пара едет дальше и вскоре останавливается у заправки. Терренс отдает оставшиеся деньги Нику и уходит звонить, прежде отдав пистолет приятелю, так как тот вспоминает о привычке парня не платить за топливо. Зайдя в магазин, Ник вызывает подозрение у продавца, заметившего за его поясом пистолет. Мужчина выхватывает ружье, и Нику приходится нейтрализовать его, выдернув телефонный шнур и забрав его винтовку. Увидевший это, Терренс забирает себе ружье. А в это время мимо заправки едут Риг и Чарли, которые принимают пару за конкурентов и решают выяснить отношения. Они нагоняют машину Ника и принуждают их остановиться. Бандиты заставляют парней выйти из машины и берут их на мушку. Ник и Терренс пытаются сбежать кровопролития, заверяя, что вовсе не собирались составлять конкуренцию грабителям. Те, поняв, что их боятся, начинают изгаляться над парой, отбирают у Ника его визитницу, а потом, услышав требование отдать кошелек, Ник вдруг падает в ярость и, не обращая внимания на оружие, наступает на бандита. Терренс, воспользовавшись этим, выхватывает у бандита пистолет, и теперь под прицел попадают Рик и Чарли. Угрожая им, Терренс стреляет и ранит Ника в руку. Возникает перепалка, которую Терренс заканчивает, расстреляв шину автомобиля грабителей. Пара уезжает, однако Рик обещает себе разобраться с Ником, который в это время обвиняет Терренса в том, что тот чуть не убил его. Но сняв рубашку, они видят всего лишь царапину, и Терренс немедленно высмеивает его, посоветовав приложить лед, чтобы сохранить руку. Оставшиеся без колес бандосы останавливают попутку и, выбросив водителя, устремляются в Лос-Анджелес. Ведь у них есть визитки Ника, и они знают, где он работает. Между тем, Терренс приглашает Ника переночевать в его доме. Жена мужчины не очень рада такому гостю, ведь тот выглядит, мягко говоря, не очень презентабельно. К тому же и его мать отчитывает непутевого сына, заодно награждая оплеухой и Ника. Позже жена нового друга заклеивает их небольшие раны, когда в кухню выходят его дети. Он отправляется укладывать ребятишек, а Ник осматривается и выясняет, что Терренс окончил электротехнический институт, но на все его попытки найти работу получает отписки с отказами, из-за чего он и зарабатывает на жизнь сомнительными способами. На следующий день они начинают подготовку к ограблению, воруя шапки, балаклавы и фонари. Причем Терренс показывает Нику, как нужно запугивать продавца. Терренс приходит в восторг, обнаружив, что фонарики совмещены с радио, а Ник пугает покупателя, применив советы приятеля. Вечером друзья отправляются на дело. Терренс отвлекает внимание охраны, разбив окно, и они пешком сбираются на 15 этаж, где расположен офис конторы Ника. Но сигнализация не отключается, видимо, начальник сменил код, и тогда Ник, применив свои знания, перезагружает систему. У мужчин оказывается всего 5 минут, за которые они успевают, накрыв видеокамеру, открыть сейф и вытащить оттуда немалую сумму. Но уже уходя из кабинета, Ник вдруг останавливается и отрубает богу плодородия его орган, а потом снимает маску и высказывает в камеру все, что думает о своем шефе. Терренс просто приходит в ужас, ведь теперь, арестовав Ника, найдут и его. Когда мужчина почти выходит из офиса, включается сигналка и появляется охранник. Не заметив ничего подозрительного, тот уже готовится уйти, но Ник, задев фонарь, включает радио. Охранник-меломан решает, что это включились часы радио на столе, и устраивает полуторачасовой концерт для воображаемых поклонников его таланта. Наконец он уходит, и пара тоже покидает место ограбления. Хотя операция проходит успешно, Ник не чувствует радости. Оставив Терренса в номере отеля вместе с награбленным, он отправляется развеяться в паб, где встречает свою коллегу Даниэлу, которая давно оказывает ему знаки внимания. Пара поднимается к ней, в то время как в номер Терренса приходят Чарли и Рик.
Поначалу ответивший на желание делать всякое с Даниэлой Ник понимает, что не в силах изменить жене, и решает позвонить домой. Жена берет трубку и объясняет Нику, что тот перепутал ее с сестрой, которая приехала к ним в тот же день со своим бойфрендом. А запонки остались в последней вечеринке у них в доме, и она уже не раз говорила ему, что надо бы их вернуть Пиби. Окрыленный надеждой вернуть свою жизнь Ник внезапно соображает, что только что ограбил своего босса на 700 штук долларов. Он бежит в номер и видит выходящих оттуда бандитов. Ник входит внутрь и находит Терренса, привязанного к стулу, свешивающемуся с балкона. Он успевает спасти приятелю жизнь, и парочка отправляется в погоню. Герой таранит машину бандитов, и Ник, объявивший себя не грабителем, а семьянином, обезвреживает Рига выстрелом в руку. Парни забирают назад свои деньги и оставляют бандосов связанными на радость приехавшим чуть позже полицейским. Ник решает во что бы то ни стало вернуть деньги до рассвета, но Терренс, получивший этой ночью билет в светлое будущее, придерживается другого мнения. Он пытается сбежать с деньгами, но Ник останавливает машину и убеждает друга отдать деньги. Мужчина расходится по своим домам. На следующее утро босс зовет Ника посмотреть интересную запись ограбления, совершенного этой ночью. Ник стоит и очень переживает, потому что ему будет точно пипец. Они доходят до момента, где Ник поганит его статую. Однако миг, где тот снимает маску, внезапно переключается на сцену, где у Ника горят ботинки. Начальник охраны сообщает, что сегодня утром в офис приходил электрик. И тут до Ника доходит. Позже он приходит в парк, где Терренс с семьей готовит хот-доги и предлагает ему работать в компании инженером по системам безопасности. Терренс с радостью соглашается. Для своего времени картина получилась атмосферной и в то же время уютной. Для кино 90-х вообще присуща хорошая актерская игра и интересный сюжет. Ведь особых технических возможностей для графики у кино просто не было. Так что получилась легкая, смешная, в меру пошлая комедия о том, как месть – это все же блюдо, которое желательно подавать холодным. От себя рекомендую посмотреть фильм полностью, ну а вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Конечно, смотрите хорошее кино. С вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро.